Гордость – это вообще понятие, связанное с действиями, с поступками. Соответственно, если вы хотите стать человеком, которым вы будете гордиться, нужно подумать, какие поступки вы можете сделать для того, чтобы гордиться собой. Что это за поступки такие, которые вами будут восприниматься, с одной стороны, как поступок с большой буквы, да, то есть это преодоление каких-то страхов, какого-то внутреннего смятения, какой-то неуверенности собственной. С другой стороны, поступок, который что-то меняет в жизни, потому что сложно гордиться поступком, который, в общем, рядовой, да, и ничего от него не происходит. С другой стороны, вот я сейчас подумал, например, человек страдает депрессией, и если он там смог себя взять в руки, там, я не знаю, просто убраться в квартире, это уже поступок и повод для гордости. А для кого-то, кто не страдает депрессией, гордостью будет сделать какой-то проект, который для кого-то будет важен и полезен, помочь кому-то, кто в помощи нуждается. Поэтому думайте о поступках. Гордиться собой – непонятно, что это такое. А поступками своими, я думаю, можно.